Натхненно фантазує про те, які можливості відкриє для нього головне шоу України – 27-річний Микола. Колишньому адміністратору, який нещодавно почав мріяти про шоу-бізнес, не щуток відомо. Цілеспрямованість здатна прочинити будь-які двері. Я навіть був в Кремлі в самому. Офіціантам мене туди взяли, одягли смокінги, смокінг, все остальное. У Путіна було, короче, вручення наград олімпійцям. Я стояв за столиком, він ко мне подошел, присел, короче, я, конечно, був в шоке. Увидеть самого президента Российской Федерации – это не каждому дано в жизни. Микола певен, один вдалий виступ, і вже про випадкові зустрічі з ним захоплено згадуватимуть прихильники. Здравствуйте, дамы и господа. Для вас крестик. Здрасте. Здравствуйте, жюри. Я автор-исполнитель своих песен. Николай, а я вас мог где-то видеть раньше? Могли. Танцует все пять. Влад сказал именно, что тебе очень танцевать. Вот так. Занимайся вот чем-то другим, но не танц. Косвенно это я посоветовал вам вот сегодня прийти с песней, да? Я написал собственную песню «Депрессия миллионов людей». Нет, мы против депрессии. Давайте, давайте, «Депрессия миллионов людей». Есть фонограмма, сейчас исполним. Жизни, одиночество съедает нас. И мне кажется, служение никому не нужны. Волна эмоций накрывает всех. И у тихих возродится снова сила и бьет нас по вискам. В этой большой жестокой столице депрессия моя, моя и вновь. Депрессии страдает миллион. Давайте объединимся, друзья. Разгоним ее раз и навсегда. Разгоним, разгоним. Раз и навсегда, раз и навсегда. Да жесть. Депрессия моя, моя и вновь. Депрессия страдает миллион. Давайте объединимся, друзья. Разгоним ее раз и навсегда. Разгоним, разгоним. Раз и навсегда, раз и навсегда. Раз и навсегда. Мама, забери мене звідси. Разгоним, разгоним. Раз и навсегда, раз и навсегда, раз и навсегда. Мысли нас заводят до суицида, давайте биться кровь. Ой, навіть цей звук зараз просто лунає, як музика чарівна. Я тричі натискав кнопочку, я тричі кнопочку спалив один раз. У мене нерви ні к чорту. Коротнуло, по-моєму. Коля, нерви ні к чорту вообще у мене. Депресія моя, давайте прогоним її раз і навсегда! Вот так вам пісня-то. І твоя депресія, давайте її прогоним раз і навсегда! Что здесь смешного, я не понимаю вообще. Это проблема вообще тысячелетия, если так говорят. Что-что? Проблема тысячелетия. Какая миллионов. Проблема тысячелетия? Что, нет, что ли? Депрессия! Да? Это проблема конкретно тебя. Да ладно про меня. Про всех нас. Да про кого про всех нас? У меня нет да, депрессии. Да, да, так и есть. Ну это, ну что за дурня такая? Сколько тебе лет? 27 лет. Депрессия. От чего депрессия? Ты все в этой жизни видел, ты все сделал. От жизни депрессия идет. Я не знаю, чья это депрессия идет. Кто тебя загнал в эту депрессуху? Ну кто тебя туда загнал? Это смешная песня, это комеди-клаб. Какая депрессия в твои года? Все, я все сказал. Идите отсюда.
Влад, зачем ты человеку сказал петь? Ты перед тем, как это сказать, слушал его песню или нет? Ну так, от балды сказал. Давайте спокойно. Ты перестанешь орать или нет? Все, нет депрессии, нет депрессии. Николай, я тебе в прошлый раз сказал заниматься чем-то другим. И я не изменяю свое мнение. Да мне вообще без разницы, я выступаю везде, в Москве, во всех других заведениях. Если вам не интересно, мне это тоже то же самое. С одной стороны. Всем нормально, всем нравится. Ой, мамочки. Давайте спросим у публики. Коль, так подойдет? У публики. Давайте сейчас, пожалуйста, аплодисменты, крики, что угодно. Те, кому понравилось исполнение Николая. А теперь, пожалуйста, те, кому не понравилось. И, видимо, три нет. Ой, ребята. Так мы поменялись местами. Блонда, куда втекла? Слышишь вообще? Это страшно реально. Ты себя видел? Заспокоїти обуреного Ігоря Кондратюка силяться і Влад, і Слава. Здавалося, гірше бути не може, та це тільки здавалося. Впродовж